Мова йде про безмежний цинізм щодо продажу державних інтересів та фінансування російських терористів. В той самий час, коли вся країна буквально по крихтах збирала кошти для наших військовослужбовців. Записи 2014-2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, это монтаж, я это утверждаю, никаких записей нет. Еще раз хочу наголосить, там немає Порошенка. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. А вам не цікаво самому розслідувати справу з південноафриканським вугіллям? Вам буде цікаво, розслідуйте. Подивитися різницю в ціні, подивитися різницю в якості, подивитися те, що воно було придатно чи не придатно. Оприлюднити це. Прошу. Подивитися вартість фрахту. Подивитися, хто скільки на тому заробляв. Загравання, як ви називаєте, з ЛНР-ДНР. У нас на сьогоднішній день ніякого не існує. Навпаки, за моїм наказом, припинена контрабанда вугіллям, яка йшла через лінію зіткнення. Большинство всех этих событий связаны непосредственно с тогда действующим, начиная с 2014 по 2019 год, президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. И, естественно, это делалось всегда по просьбе господина Порошенко. Вы представляете, сколько раз мне хотелось сказать: да нет, уважаемые, трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко, это больше бы подходило. Не потому, что я сейчас хочу или собираюсь оправдаться. Я по жизни никогда не оправдывался. Если есть факты, я его признавал. Да, в 2016 году тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства Российской Федерации, про покупку трубы или Прикарпат-Западтранса, который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу. Он обратился ко мне для того, чтобы я переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы Транснефть смогла продать эту трубу. И для того, чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, господином Порошенко. Для того, чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод как собственность Транснефти, и были вынесены определенные решения, говоря о том, что это собственность Украины. Так вот, для того, чтобы дать возможность Транснефти продать эту трубу, необходимо было сделать все, чтобы Транснефть снова владела и принимала решение о продаже этой трубой. И здесь господин Порошенко решал все вопросы как судебной системы, так и в вопросах административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Суды, прокуратура, антимонопольный комитет, фонд госимущества, все они принимали решения, естественно, нужные для личных интересов президента Порошенко. Сколько денег потратил на покупку трубы господин Порошенко? По официальным данным, 23 миллиона долларов США. Деньги выводили через фиктивные договора. Контролировал все эти вопросы его ближайший финансовый помощник, специалист по данным вопросам Макар Пасанюк. Возникает вопрос, а сколько зарабатывала действующая труба, которая прокачивала дизельное топливо в Украину, а также в Западную Европу, в Венгрию? Фактически за год работы с мая 2018 по май 2019 труба заработала больше, чем в два раза от суммы денег, которые были уплачены за эту трубу. Если фактически в два раза. Если за трубу
он заплатил 23 миллиона долларов, то за год заработок составлял 41-42 миллиона долларов. То есть это еще раз подчеркивает, что административный аппарат, суды, прокуратура и другие государственные органы были задействованы Порошенко не напрасно. О том, что именно он контролировал прокачку дизеля трубой, свидетельствует и то, что таковая, то есть действия по прокачке дизеля по трубе прекратились в мае 2019 года. То есть после окончания президентских полномочий господина Порошенко. Английской мовою це трэш. В конце 2014 года, в ноябре, декабре, в начале 2015 года, в Украине была выстроена четкая система закупки угля в непризнанных ЛДНР. То есть на той территории Донбасса, которая оставалась после событий 2014 года неконтролируемой. И в этом был задействован фактически вся верхушка государственного аппарата. Начиная с президента, заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему по возможности закупки этого угля и поставки его в Украину. Именно в этот период, в конце 2014 года, с учетом высоких потребностей и невозможности их удовлетворения в Украине за счет того, что прекратили работу многие шахты и уменьшилась добыча угля, все это потоком шло в Россию, где закупки угля увеличились. Россия, исходя из этого, ввела квотирование, а именно, покупая одну тонну в Донбассе, имели право купить две тонны в России. Вся эта система способствовала тому, что президент Порошенко с помощью своих подчиненных, таких как Демчишин, Кононенко, Гонтаева, правоохранители, генеральный прокурор, министр внутренних дел, выстраивали систему, при которой этот уголь должен поступать с Донбасса на выгодных условиях и реализовываться в Украине. Так, например, господин Кононенко, на тот период времени народный депутат Украины, одно из лиц приближенных Порошенко, который занимался многими бизнес-проектами, несмотря на то, что был депутат, несмотря на то, что президент был президентом, именно он предложил кандидатуру Кузяры для того, чтобы организовать схему как закупки, так транспортировки, так и поставки угля в Украину. Господин Демчишин, который занял этот пост как раз по усмотрению Порошенко, как приближенный человек Порошенко, так как до Демчишина эту должность занимал министр Продан, который не соглашался с схемой покупки угля на Донбассе. Более того, противостоял и отстаивал схему покупки южноафриканского угля, которая была системной на то время в Украине и, на взгляд специалистов и экспертов, была более выгодной, более качественной для потребления в Украине. А именно с помощью президента Украины, генерального прокурора, министра внутренних дел давили на руководителей Минтопэнерго, Укринтеренерго Зиневича, дошло дело до ареста, проводили у него обыски с одной целью. Необходимо было прекращение поставок южноафриканского угля. Это задача, которая стояла перед правоохранителями, это задача, которую выполняли по указанию президента Порошенко. Министр Демчишин, который пришел на смену непослушного, неуправляемого Продана, делал все необходимое для того, чтобы эта схема работала как часы. Именно он назначал на должности руководителей Луганск-угля и шахты имени Киселева, представителей неконтролируемых территорий, регистрировал эти шахты для того, чтобы эти звенья были удобны как для поставки, так и для реализации угля. И именно через этот механизм был реализован уголь. Гонтарева, человек, которая, возглавляя Национальный банк Украины, по сути должна была открыть счета на неконтролируемой территории в Донецке и Луганске. Такая задача стояла для того, чтобы реализовать главный принцип безналичного расчета за отгружаемый уголь. Суть сводилась к тому, что по безналу производство оплаты выглядело бы более эффективным и прозрачным в плане возможности устранить любые коррупционные действия. Однако Гонтарева, которая взялась за реализацию этой задачи, почему-то через несколько дней отказалась, так как
посчитала нужным или мотивировала это то, что это является невозможным. Может быть, это и так. Однако, когда после того, как Гонтарева отказалась открыть счета на территории Донецка и Луганска для безналичных расчетов, было принято решение поставлять туда деньги, как оплата за добываемый уголь, через систему инкассации. То есть, инкассировать деньги, перевозить их с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществляла Служба безопасности Украины и непосредственно господином Грицаком, который в то время был первым заместителем председателя СБУ и руководителем АТО. Может быть, Гонтарева и сыграла на руку тому, чтобы через инкассирование денег было легче, в кавычках, рассчитываться, так как безнал исключал, а нал мог быть направлен на наполнение коррупционной составляющей. Таким образом, государственный аппарат, высшие должностные лица, возглавляемые господином Порошенко, организовали, наладили и реализовывали эту схему поставок угля с неконтролируемой территории на территорию Украины. Так действовал механизм закупки и реализации этого угля. В этом была моя роль. То, что касалось Российской Федерации, руководства Российской Федерации, где нужна была моя помощь в отдельных договоренностях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей с государственного аппарата, которыми этим занимались. И поэтому, рассказав это, я отнюдь не рассчитывал на то, что ко мне должно измениться у кого-то мнение. Я просто хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные, о том, чем в том числе и занимался господин Порошенко, являясь президентом Украины, стали известны. СБУ продовжує розслідування кримінальних справ, де фігурує Віктор Медведчук. Ми докладемо максимум зусиль, аби усі винні відповіли за законом.